Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в студии М-Форум будет мобильный телефон Nokia C5. И первое видео посвящено, как всегда, распаковке коробки и рассказу тому, что находится непосредственно в ней. Итак, мы открываем коробочку. Внутри находился телефон. Сейчас он у меня пока в сторонке. Откладываем часть коробки. Внутри находится стандартное зарядное устройство с маленьким разъемчиком 2,5. Далее там находятся наушнички, вот такие вот 3,5 миллиметровые, плюс здесь есть кнопка для ответа на звонок, такие вот оригинальные, но пластиковые. Далее карта памяти, ну и собственно последнее — это USB кабель, микро-USB, USB. Вот что, собственно, еще есть в коробочке. Значит, вот такая вот книженция, навигация. Вот. Далее инструкция. И там еще есть маленькая вот такая вот вставочка. Информация о сертификации продукции. Вот что находится в коробке с Nokia C5.